Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб ребенок. Речь идет о событиях 18 июля, произошедших в Южно-Сахалинске. Тогда на пересечении улицы Сахалинской и проспекта Мира водитель Land Cruiser Prado сбил женщину с двумя детьми, идущих на зеленый цвет. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, его передали в суд для рассмотрения по существу. Мать и старшая дочь в тот день пострадали незначительно. Четырехлетняя девочка получила черепно-мозговую травму. Реаниматологи помочь не смогли. Пострадавшая скончалась на месте. О виновнице аварии известно, что она управляла чужой машиной, была трезвой, имеет 20 лет водительского стажа. За последние 2 года ее ни разу не штрафовали за дорожные нарушения. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 264 УК РФ. Это нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Возможное наказание – принудительные работы на срок до 4 лет или 5 лет колонии.